В прошлом году 44 детских здравницы в Анапе принимали на оздоровление и отдых детей со всей страны. В будущем курортном сезоне требований, предъявляемых к средствам размещения детей, станет больше. Детские здравницы на нашем курорте должны функционировать и оказывать услуги по оздоровлению и отдыху детей, но все эти мероприятия должны проходить на качественном уровне. С марта по май выездные межведомственные комиссии посетят все детские здравницы курорта. Проведут комплексную проверку готовности к сезону, документацию, персонал, санитарное состояние помещений, благоустройство территории. Два документа, без которых невозможна работа учреждений санаторно-курортного комплекса. Это план по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и паспорт безопасности объекта. Обязательное условие для работы – наличие резервного источника электроэнергии. В летний период в каждом учреждении будет дежурить сотрудник полиции. Проверят противопожарную подготовку учреждений, медицинское сопровождение, проведут беседы о сопровождении детских групп и профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей.